відкрита трибуна. Як потрібно покарати батька, який намагався задушити 4-річну доньку? Моє мнение таке, що це взагалі вже, як говориться, ну, ні в які ворота не лізуть. Наказувати як? Ну, жаль, що у нас розстріл вроді відмінили, я б лично розстріляв би таке. Это животный человек, я считаю. Другого я слова не подбираю. Вопрос это такой очень риторический, можно с разных сторон рассматривать. С одной стороны, первое впечатление, первый ответ – это жаль, что отменили смертную казнь. А с другой стороны, может быть, тут какие-то психологические расстройства. Может быть, здесь надо лечение и изоляция, и госпитализация. Ну, я считаю, что все-таки нужно наказание, чтобы было максимально жестокое. Мне кажется, нужно наказать, ну, лет 10 строгого режима и лишение, ну, от отцовства, так я выражусь. Ну, не мне его судить, во-первых. Бог его, так сказать, за это, я думаю, покарает сам. Он, наверное, сам себя покарает по жизни после такого поступка. Я бы его лично никак не судила, кто я, чтобы его судить, по сути. Ну, моя думка, чтобы покарать его максимально, который только предусматривает закон, максимально его просто наказать так, чтобы, ну это просто нереально. Это мое мнение просто. Максимальный срок дать ему, который только можно. Ну, я считаю, сразу в тюрьму нужно посадить. То есть это недопустимо, чтобы отец бил свою же дочь. Или душил там, не знаю. Ну, я думаю, что там какие-то отклонения психические, что его нужно принудительно лечить. Как наказывать, я не судья. И я против какого-то самосуда. Я думаю, что человек просто невменяемый, его нужно принудительно лечить. Відкрита трибуна.